это экспериментальное видео. Вот кто-то разделяй, смелый тот самый разделяй. А аккумуляторы и батарейки сдать нельзя все равно. Их некуда сдать нигде. Стекло уже подрезали. С этим сделать ничего нельзя. Должен быть городок, и он, по-моему, не достроен. Нифига. Елочку, по крайней мере, видно. Ну, вот городок, я не знаю, достроен он или нет. О, уже прогресс. На прошлой неделе не было этих домиков. Они не горели просто. Они не горели. Ну да, как-то в этом буду бедненько, конечно. Заберемся и снова включу. Ну и ладно.